Дорогие земляки, друзья, мы собрались сегодня по скорбному поводу, чтобы почтить память жертв геноцида 20-х годов. Это очень трагическая веха в истории Южной Осетии, когда по приказу руководителя грузинских националистов Журдания и под руководством некого Чукели против населения Южной Осетии была развернута война. И люди целенаправленно истреблялись, произошел массовый изгон населения в Северную Осетию. Именно вот 20 июня произошло когда такое трагическое событие, когда были убито почти все политическое руководство Южной Осетии, 13 коммунаров. Были расстреляны очень варварским образом. И вот сегодня мы собрались, чтобы почтить память этих жертв геноцида. И что самое печальное, ведь пострадали не только те люди, которые участвовали непосредственно в сопротивлении восстаний. Даже грузинские фашисты не пощадили даже мирных людей, женщин, детей. И были неоднократно случаи, когда их просто загоняли в какие-то помещения, амбары, поджигали, заживо сжигали людей. Масса таких свидетельств есть. Махач Бунар Бацудан. Кунсар Ирисуни Минаварадла. Самай Номи Ширан. Артинда Самад. Парин Саянжи Размачи. Аверкау Хабартар. Судей Ирисуни Камтабал. Биуэй. Вечерас так. Ечанз. Гурджи Афсатта. Непурстонца. Ирисуни Галтабал. Ма Ицахтунца Бира. Анафудадан. Бабная бирада. Ама и фаштиугу таба танца никидар вазаудар анаган ирунадана фаштиугу та еча абу алхабарты фатбал. Ма йогур марттан ма ненсувартан кафа мардай вот кафа бубайзалан рухсак не знагам ба и Хатергун не кагарцев день. Сегодня мы московская молодежь из Осетии собрались у гостинского посольства для того, чтобы почтить память тех людей, которые погибли в 20-е годы прошлого столетия. Для многих осетин сегодня данный день, как собственно и геноцид уже гостин, ничего не значит. Для нас же этот день значит намного больше, чем простой митинг, посвященный жертвам геноцида. Данный день является демонстрацией нашей политической силы и нашего национального единства, потому что, несмотря на все эти тяготы и печальные истории, которые перенес наш народ в те годы, наш народ смог выстоять и добился независимости. Сегодня наше поколение должно опираться на опыт предыдущих наших предшественников во избежание повторения новых витков насилия и фашизма над нашим народом и во избежание физического истребления нашего народа. Абон хурхатанам шазбон шазамбонам. Шар таму. Ушар и штурнат чифе шафтеш. Вин фараша да шазамаже. Кудона нам та. Дел жнак та туджила шантаравахта. Ирон тугай. Наша махта бурохла тумана пара. Наша рдеша дара муса виркалсалта. Evet bir aydır oradan feşafti. Ben roh kurma koy. Madrufa doğru bastı işte. Ama bu kuş ayrıştığını bine var adıra aşma.